Но я решила вернуться к своей прежней камере, так как многие из вас проголосовали против GoPro. Я решила миксовать, буду снимать и на GoPro, и на эту камеру. А на GoPro буду снимать фон, когда не нужно разговаривать. Если там что-то будет прикольненько вокруг меня, я буду снимать все происходящее вокруг. А говорить я с вами буду на эту камеру. Так что всем привет, снимаю снова влог. Хочу показать, как нас сегодня завалило, понедельник сегодня, и вот мы все проснулись. Ну, конечно, по прогнозу погоды передавали, что будет снег, но не до такой же степени. Настоящая зима. Как вы успели заметить, на мне новые очечи. Я их очень сильно полюбила давным-давно. Дело в том, что я о них давным-давно мечтала. Недавно мне доставили большую-пребольшую посылку из Америки. В ней были вот эти крутецкие очки от фирмы Prada. Эта модель не новая, это старенькая модель, классика. Я давно на них засматривалась. Я даже как-то спрашивала у вас в Инстаграм, там не могла выбрать между там Dior и вот этой, кстати, моделью. Это было очень давно. Выбрала в итоге тогда Диора, а все равно про эти думала постоянно. Эти немножко дешевле, чем Диор. Я ни капельки не жалею, что купила эти очки. Они мне очень нравятся, и теперь я буду надоедать вам в них. Кстати, сниму видео отдельно уже о посылке из Америки. Там много, кстати, вещей, и не только. В общем, я думаю, вам будет интересно, да. Сейчас еду на почту за посылкой. Мне сегодня позвонили, сказали, что на почте лежат две посылки. Одна на мое имя, вторая на имя моей свекрови. А после того, как я заберу свои посылочки, я еду на курсы. Вчера у меня не было курсов, потому что моя преподаватель Нигара отменила курсы в связи с тем, что ей нужно было срочно поехать делать там какой-то супер публичной личности макияж. У меня на самом деле накопилось очень много дел, и я, если честно, даже обрадовалась вчера, что не было занятий, так как я все успела сделать. Я с утра до вечера ездила и делала свои дела. Все. Поехали. В общем, сегодня я сделала себе под снежок белый маникюр. Это гель обычный, но такой хороший гель. В общем, я не знаю, что за фирма, но это не Шиллак. Вот. И он очень такой красивенький, беленький. Специально под снежочек. В общем, вот доставили две посылки. Вообще не знаю, что там внутри. Сейчас буду распаковывать. Так, в общем, распаковала я две посылки. В одной посылке мне доставили My Battle. Я давно хотела заказать себе эту бутылочку, но она такая прикольненькая, здесь 500 миллилитров, можно брать ее с собой, но она не как термос, она, я не думаю, что она будет сохранять тепло, но зато можно наполнять ее всем, чем угодно. Особенно мне нравится, как вот сейчас в Инстаграме там клубнику режут, огурчики режут и прям водой заливают. Все видно, да, там что внутри. Так красиво. Здесь вот такая вот штучка есть. Ну, ее можно вытащить. И написано «Моя бутылка». Не трогать. Заказывала я ее на Амазоне. Вроде бы, да. Не на eBay. Потому что на eBay я чуть в последнее время не могла расплатиться ни картой, ничем. Вот на Амазоне у меня получилось. Из другого сайта «Эко красота» мне доставили две глины. Гасуль с медом Тия и глина гасуль с эфирными маслами Тия. Это марокканские глины. Очень они клевенькие. И еще мне доставили масло опунции, тоже из Марокко. Жесткая кеса. Я думаю, что это, наверное, черная. И Дермарган. Кеса Дермарган. Буду пробовать. Но они в виде перчаток. Думаю, что эти средства для тела. Все, ребята, еду я домой. Представляете, ничего не успела для вас снять. И я сейчас просто ставлю фотографии своих моделей до и после. Потому что первая модель опоздала на полчаса. И все у меня сбилось. Получается, я как бы пока ее заканчивала, пришла другая модель. Я даже не успевала попить водички. В общем, все быстро-быстро. Сейчас я лечу быстро в детский сад за своей дочкой. Вот, урок сегодня был такой сложноватый, мы делали растушевку Мерлин Монро, ну, очень круто, я еще познакомилась
на курсах с мисс Казахстана, с девочкой, которая в этом году взяла корону. Она как раз тоже проходит курс макияж для себя любимой. Нигара тоже и параллельно преподавала для себя макияж. В общем, она училась. Такая приятная девочка, мы с ней поселфились. Всем доброе утро. Я сегодня накрасила губы новой помадой Dose of Color. Это матовая стойкая помада. Вроде она себя неплохо ведет. Лучше, по-моему, чем Nauba или Nuba, как ее называют, семерка у меня красная. У меня сегодня две новенькие модели. Ну, опять девочки из Инстаграма, мои подписчицы. Может, не только с Инстаграма. Вот вчера с канала одна была, вторая была с Инстаграма. А в основном, в принципе, все с канала, да. Погода у нас сегодня отвратительная. Утром я успела помыть голову и сделать легкие кудряшки. Ну, позвонила мне моя свекровь и говорит: знаешь, Женя, на меня пришло 4 посылки, а вот до этого я пока там сидела, разговаривала, она мой телефон просто оборвала, потому что она постоянно звонила. Оказывается, она была на почте, и мне доставили, то есть на ее имя доставили мне 5 посылок, и одна из них расфигачилась полностью. Когда отправляли посылку, не приклеили просто, что опасно, там, не бейте, не кидайте, не пинайте коробку, да, ничего не наклеили, что там жидкость, никак не защитили коробку. Получается, она себе шла по нашей Казпочте, по России, там, да, там, не знаю где, в поездах, в самолетах. Я представляю, что там с ней было, что они мне в таком виде доставят. Так, это что у нас? Первое. Давайте. Ага, именной кулончик. Женя Гейн. Смотрите, как прикольно. Маракуя масло. Обалдеть. И специально еще к нему дозатор есть. Это кокос косметикс. Органическое кокосовое масло. 100% натуральное. Так, да-да, вот чехол клевенький вообще. Queen типа королева. Наклейки. Носки королева. Клево. А здесь пришли игрушки. Я не знаю, откуда я их заказывала. Тут какая-то гитара, корабль там для моей дочки и машинка, которую нужно раскручивать. Но она обрадуется сегодня. Она всегда, когда с садика я не забираю, она всегда спрашивает: мама, что ты мне купила? Всем доброе утро! Сегодня предпоследний день обучения в школе визажистов Makeup Studio. Сегодня и завтра еще придут по 2 модели, а послезавтра у меня будет экзамен. Я буду делать отдельный образ одной из вас, дорогие мои подписчики. Конкурс как бы продолжается в Instagram. И долго я думала, не знала, что мне придумать на экзамен, но вроде бы сегодня я придумала, что я буду делать. Потом вы об этом узнаете. Сегодня меня попросили приехать немного пораньше, потому что вернулась из Лос-Анджелеса Диля Абдулаева. Они летали группой в Лос-Анджелес на обучение, по-моему, если я не ошибаюсь. И вот она прилетела. Мне попросили приехать пораньше, чтобы она провела для меня мастер-класс. Не знаю, что это будет. Очень интересно. И вот я сейчас иду. У нас погода отвратительная. Опять идет снег. Зима настоящая. Я уже запарилась ходить в пальто, если честно. Хотя оно совсем не зимнее. Оно такое, конечно, осенне-весеннее. Но я постоянно в машине, как бы, ну, долго на улице в нем не походишь. Да, вот сейчас покажу вам, что творится. То есть у нас есть последовательность макияжа при дневном варианте, есть последовательность макияжа при каком? Фото- и видеосъемках. Это совершенно другое. Для лица, если они у вас есть, их можно заказать, их можно приобрести. Они, во-первых, отшлифовывают кератоз очень хорошо и делают очищение кожи. Я сейчас по минимуму, да, эти ресницы не красила. Делаем очищение. Макияж тоже снимают? Да, они снимают макияж. Если вы чувствуете, что вы не очень хорошо сделаете очищение, ну, как бы вы же должны себя чувствовать, может быть, вы боитесь сделать больно и так далее. То есть очищение всегда по линиям Лангера идет. Значит, вы отдаете салфеточку клиенту, и клиент делает хорошее очищение. Чего все прячется? Сегодня первая модель пришла, и Диля Абдулаева у нас
Первый раз, кстати, меня обучают, потому что до этого Нигара меня обучала. Видео, да. Кстати, вот та девушка, которую я встретила тогда у зубного, которая попросилась на макияж, и я согласилась, да, потому что это была судьба, вот. Я ее накрасила, она такая вообще классная, добрая, подарила мне шоколадку, мы ее все дружно съели, потому что ужасно проголодались. Все? Все. Всем пока. Вот и все, ребята, пятница подошла к концу. Отработала я только что последнюю заключительную модель. У меня на следующей неделе еще будут модели, так что не переживайте, девчонки. Я говорю, я успею всех накрасить. Нигарова сегодня молодец, объяснила мне, показала мне, как делать технику, карандашную технику, да. Очень клево, мне очень понравилось, так что... Так, ну жалко, я сейчас ставлю фотку, да, вы посмотрите, как мы модель сделали. Первую и вторую. Вот. Теперь едем домой. Пока. Пока. Всем привет. Сегодня суббота. Часа два назад я снимала для вас видео, поэтому я такая накрашенная. Но я собрала опять волосы в дульку. Вот в таком виде я чаще всего дома и хожу. Вы спрашивали, что же я делаю на голове дома? Вот у меня дома вот такой бардак всегда. Я думаю, ну он у всех такой бардак. Может быть, конечно, кто-то и делает укладки себе каждодневные, ходит с распущенными волосами. Но меня, если честно, напрягают распущенные волосы дома. Они мне постоянно вот так мешают. Я люблю черный чай с молоком. Нарезала себе колбаски. Да, я ем колбаску и сыр. Ну, колбаску я ем бекеровскую вареную и ламбер, сыр. Вот, ну вот такая я плохая. Ну, зато без хлеба. Думаю, сегодня или завтра я отредактирую этот влог и выгружу уже на канал. Всем пока!